Следующий вопрос. Каулю ла хима илля лиллахи ва лирасулихи. Слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе. Нет хима, кроме как Аллаху и его посланнику. Что значит эти слова? Каля аль-хафизу фи-л-фатх, говорит хафиз ибн Хаджр в своей книге «Фатху-л-Бари», каля шафии, сказал имам шафии, яхтамилу маана аль-хадис шей-эйни. Смысл этого хадиса может подразумевать под собой две вещи. Ахадухума первое, лейса ли ахад ан яхмия лиль-муслимин, илля ма хамаху набию, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, никто не может делать хима относительно мусульман, кроме того, что делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Сейчас придет более подробно, что это означает. Валь-ахар, и второй смысл, ма'анаху илля аля мисли ма'хамаху алейхи набию, саллаллаху алейхи ва саллям. Смысл этого, не может этого делать никто, кроме как тот, который замещает собою пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его, что называется, должности правителя. فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي. Говорит, по первому пониманию получается, что никто после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, из правителей не может что делать? Осуществлять вот это вот хима. Это мог делать только посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Другие правители не замещают его в этом и не могут этого делать. وعلى الثاني, а второе понимание этого хадиса, يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة خاصة. То, что это может делать тот, который замещает пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на его месте. То есть имеется в виду только правитель, больше никто. وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن له في المسألتين قولين والراجح عندهم الثاني. Говорит, и шафииты, исходя из этого, указали на то, что у имама Шафии в этом вопросе есть два мнения. И посчитали более правильным мнение второе. Значит, вот эта вот фраза «Ля хима илля лиллахи ва лирасулихи» – нет хима, кроме как Аллаху и его посланнику. Как понимать этот хадис? Кто-то сказал, имеется в виду, что вот такое действие, как хима, то есть огораживать определенные территории и не допускать туда других людей, для того, чтобы устроить на этих территориях пастбища и тому подобное, чтобы они не перешли в частные владения, мог делать только пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Больше после него этого делать не может никто. Это первое понимание хадиса. Второе понимание хадиса, что это мог делать только пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и тот, который замещает пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в должности кого? Правителя государства. То есть правитель такое делать может, но никто, кроме правителя, этого делать не может. Вот так необходимо этот хадис понимать. И у шафиитов более правильное понимание считается какое? Второе. Культу говорит шейх Мамут аль-Хизар, ва азар раджих инда шафиия ва кавль ахмад. Говорит, вот это мнение, которое посчитали правильным шафииты, то есть то, что хима мог делать не только пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, но и те, которые замещают его, то есть халифы после него, правители после него. Говорит, это мнение не только мнение шафиитов, но это мнение также имама Ахмада, имама Малика, Абу Ханифы. وَسَدَلُوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ حَمَى الرَّبَذَ كَمَا فِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ. И вдовод привели на это то, что от Умара ибн Хаттаба пришло достоверно, что он произвел такое действие, то есть огородил местечко, которое называется Ар-Рабаза. Так как это приходит в Мусаннафе ибн Аби Шейба, а также в книге Аль-Амуаль Абу Убайда Аль-Касима ибн Саллама. Васлова фи аль-Бухари би санади мунката. И основа этого сообщения, то есть об этом действии Умара ибн Хаттаба, приходит у имама Аль-Бухари, но с иснадом прерванным. У Бухари, значит, иснад прерванный, а в других сборниках иснад какой? Нормальный, то есть достоверный, полноценный. Говорит Ваджан Усман Айбан, Камафи Сунан Аль-Байхаки. И такое же действие еще пришло от Усмана ибн кого? Афана, как об этом приходит Сунан Аль-Байхаки. Вафи Иснади Абу Саид Мауля Усейд. Но в иснаде этого сообщения человек по имени Абу Саид Мауля Усейд, Маджвуль, который является неизвестным передатчиком. Тафар Дабирливая Ангуа Абу Надра, Валям Юасир Таусиху, Анам Валям Юасар Таусиху Ангайри ибн Хиббан. Говорит, никто от него не передает хадиса, кроме Абу Надры, и не назвал его крепким никто, кроме ибн Хиббана. Такое определение, определение кого? Неизвестного передатчика. Кали ибн Кудама, сказал ибн Кудама, Ваштага Разалика Фиссахаба, Фалям Юнкар Алейхима, Факана Иджмаан. Говорит, это распространилось среди сподвижников, и никто им двоим не противоречил. Поэтому это можно назвать единогласным мнением. То есть единогласное мнение какое? Молчаливое. Кому двоим не противоречили сподвижники? Умар ибн Хаттаб и Усман ибн Аффан. Что касается действия Умара ибн Хаттаба, то оно достоверно. То, что он огородил местечко Ар-Рабаза и не допускал к нему других, и устроил там определенные действия, которые он хотел. Что касается Усмана ибн Аффана, то от него это не достоверно. قال البيهقي عقب أثر عمر وعثمان رضي الله عنهما. Сказал имам аль-Байхаки после того, как привел два асара, то есть асар Умара ибн Хаттаба, а также Усмана ибн Аффана. قال هذا الأثر يدل على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يحمي لنفسه وفيه وفيما قبله دلالة على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله أراد به أن لا حمى إلا على مثل ما حمى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سلاح المسلمين والله أعلم. Говорит, в этом хадисе, говорит, имеется в виду то, что такое действие мог производить только пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И после него это могут производить все те, которые заменяют посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в этой должности, то есть в должности мусульман, и это делал в должности, точнее, правителя мусульман, и это делал
что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, при жизни, для чего? Для того, чтобы увеличивать военное имущество мусульман, то есть, допустим, верблюды, которые готовы для чего? Для отправки на джихад, на военный поход. Так они должны где-то пастись или нет? Должны где-то пастись, то есть принадлежат не каким-то личностям, а принадлежат именно государству, принадлежат правлению. Так? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выделил местечко, которое называется Натэ, и туда пустил этих верблюдов, чтобы они там паслись, росли, приобретали силу и тому подобное. Понятно, для чего это делалось? Говорит قال الحافظ ابن حجر ومحل الجواز مطلقا أن لا يضر بكافة المسلمين. Говорит ابن حجر, но если мы говорим, что это разрешено другим правителям, кроме пророка саллаллаху алейхи ва саллама, то это только с таким условием, чтобы это не вредило обществу мусульман, чтобы это не занимало слишком большие территории, так что они не могут нормально проводить свою жизнедеятельность. Файда, говорит примечание, иштагара анна набия саллаллаху алейхи ва саллама хама ан-нақия. Говорит, известно от пророка саллаллаху алейхи ва саллама то, что он отделил территорию, которая называлась Макэ. Для чего отделил? Как мы сказали, для того, чтобы хранить там вооружение мусульман, чтобы там паслись верблюды и тому подобное. Говорит, это сообщение приходит у имама Аль-Бухари от Зухри, но Баляга. То есть не от самого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но между Зухри и пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, пропуск. Говорит, и это же сообщение приводит имам Ахмад, а также Аль-Байхаки, а также Абу Убейд. Маусулян ан ибн Умара би иснадин фи Абдуллах аль-Умари. Говорит, уже с полноценным иснадом от ибн Умара, но в этом иснаде Абдуллах аль-Умари, ва хуа даиф, который является слабым передатчиком. Ва химая Умар лир-Рабада кана мин ажли хайли аль-муслимин аллази фи сабилиллях. А что касается того, что Умар ибн Хаттаб тоже выделил участок, который называется Ар-Рабада, то он это сделал для того, чтобы там паслись лошади мусульман, которые собирались или были готовы для отправки куда? На военные походы по различным местностям земли. Да, вот этот вопрос понятен или нет? Значит, как понять этот хадис? Понять этот хадис необходимо таким образом, то что ограждать участки, лишая простых мусульман возможности пользоваться этими участками и тому подобное, большие участки для определенных государственных целей может делать только пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, а после него его правители, мусульман. И никто из людей такого делать не может, кроме них. Далее.